Пирамиду пернатого змея в древнем городе Теотиуакан хотят защитить от природы и человека. Ацтеки возвели храм более 16 веков назад. Дожди, грунтовые воды, эрозия, а также потоки туристов ускорили процесс разрушения вершины пирамиды и других ее частей. Теперь правительство Мексики ищет компанию, которая бы разработала специальный навес. Он закроет достопримечательность от солнца и дождя и одновременно ее стабилизирует. Мы приняли решение разработать архитектурный инженерный проект, чтобы гарантировать сохранение фасада храма пернатого змея. Это третье по размерам строение в Теотиуакане. Занимает площадь более 4000 квадратных метров. Пирамида также включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После более чем 10 лет наблюдения за строением, мы пришли к выводу, что это чрезвычайно сложная проблема. Вот почему мы очень рады началу процесса консервации пирамиды пернатого змея. Теотиуакан считается одним из самых древних и крупных городов доколумбовой Америки. Пика своего развития он достиг в середине II века нашей эры. Вместе с Константинополем и Александрией входил в шестерку самых крупных городов своей эпохи. При этом завершающий этап его истории покрыт завесой тайны. К середине VII века население загадочным образом покинуло Теотиуакан. Причину этого ученые до сих пор не выяснили.